рассказать о событиях, которые произошли сегодня на территории Астраханской области. Это центр новостей, в студии Юлия Пшеничная. Здравствуйте. В начале выпуска расскажем коротко о некоторых его темах. Заочные этапы завершены, стали известны имена полуфиналистов, кто из астраханцев вошел в число лучших по стране и будет бороться за звание победителя конкурса «Лидеры России». Этот парень вместе со своими боевыми товарищами вел смертельный бой до последнего патрона, до последней гранаты. В память о тех, кого уже нет, памятник ветерану Второй Чеченской войны младшему сержанту Галиму Куатбаеву открыли в Астрахани. Петарды, бенгальские огни и фейерверки – вся пиротехника должна быть сертифицирована, напоминают в МЧС. Так ли это на самом деле? Проверим. Хотелось показать не просто шедевры этой коллекции, а хотелось понять побудительные мотивы людей, которые коллекционировали, их страсти. Проект «Коллекция образов» представлен в картинной галерее. В чем его уникальность и особенность? Заочные этапы завершились, стали известны имена полуфиналистов конкурса управленцев «Лидеры России». Сегодня в Кремле заседал наблюдательный совет конкурса. В полуфинал приглашены более 3000 человек, в том числе и астраханцы. Все подробности обсудим с заместителем генерального директора некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Александром Садовским. Александр Анатольевич сейчас на прямой связи со студией. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, в начале февраля участники от Южного федерального округа обычно встречаются на окружном полуфинале. Вот что ждет их в этом году? Насколько сильно все-таки очный этап отличается от заочного? Очный предполагает прежде всего, когда участники встречаются не только с экспертами, но и друг с другом, в том лету. Это совершенно другой уже психологический соревнования, где в течение 2,5 дней, первый день посвящен контрольному тестированию, которая проверяет результаты дистанционного этапа, и мы убеждаемся, что участник действительно проходил сам полностью все тесты. Это гарантирует честность и беспристрастность конкурса. Так вот, в течение 2 дней после контрольного тестирования они решают различные задания в достаточно такой интенсивной обстановке. Это может быть кейс, это может быть другие упражнения. Мы пока не раскрываем заранее информацию. И эксперты наблюдают за каждым столом, выделяя те компетенции, которые ярко все проявляют участники. И по итогам 2 дней полуфинала определяют участники с наибольшим рейтингом, которые приглашаются в суперфинал. Это прекрасно. Мы знаем, что в 3-м сезоне конкурса появилась специализация. Почему в них возникла необходимость и раньше не было такого? Специализация – это наш эксперимент этого года. Был допрос. Нам говорили постоянно, что универсальное управление хорошо, но в нашей отрасли, в нашей сфере есть специфика. Специфика научная, специфика связана с здравоохранением. И просили ее учесть. И когда появились не просто запросы, а прям конкретная организация, которая хотят и готовы заниматься формулированием списка компетенций, готовы предлагать позиции, должности для победителей специализация. В этот момент мы поняли, что необходимо уже сформировать так, как бы конкурс внутри конкурса. И выделили 3 специализации. В этом году это наука, здравоохранение и финансовые технологии. И в каждой специализации есть своя специфика как на дистанционном этапе, так и научном. Потому что мало учитывать общеуправленческие навыки, надо еще учитывать специфику управления внутри конкретной сферы. И те, кто проходили дистанционный тест, уже поняли, что есть отличия, и далеко не все успешно управленцы смогли пройти тесты науки или здравоохранения. И дальше будет интереснее. Александр Анатольевич, вот подскажите, никогда условием победы в конкурсе «Лидер России» не было назначений, какие-то должности? Следите ли вы за тем, как складывается судьба победителей первых сезонов? Ну и если следите, то какую роль все-таки играет участие в этом конкурсе? Конечно, мы следим. И за последний год 61 назначение на должности уровня вице-губернатора, региональных министров, заместителей федеральных министров. То есть должность достаточно ответственная, с большим спектром задач и возможностью реализовать свои навыки. Были назначения в коммерческие структуры от Ростелекома до Сбербанка. И на наш взгляд это как раз проявление того, что конкурс
благодаря экспертной технологии оценки позволяет отобрать тех участников, которые востребованы. То есть мы не обещаем назначение, но видим, что участники востребованы, их зовут в разные компании, организации, и они могут реализовать себя. И вот это для нас главный результат того, что методология правильная. Если рынок, если компании хотят этих участников видеть среди своих рядов, это значит, что мы отбираем правильно. Я благодарю вас, что нашли время и разъяснили о том, как проходят полуфиналы конкурса «Лидеры России». Астраханский государственный университет берет курс на развитие инженерных специальностей в ВУЗе. За последний год появился целый ряд центров, в которых студенты воплощают в жизнь свои новаторские идеи. Об этом рассказали на пресс-конференции в университете. Итоги работы АГУ в 2019 году и перспективы развития образовательного учреждения на ближайшие годы в репортаже Артема Лепехина. Принятая в мае этого года программа развития Астраханского государственного университета на 5 лет ставит глобальную цель – сформировать ВУЗ как ядро инновационного научно-образовательного кластера, ресурсного экспертно-аналитического центра Каспийского макрорегиона. Мы сегодня можем, объединяясь, сделать гораздо больше, нежели стараясь там в чем-то там соревноваться. Должны открывать некоторые направления, которые объединят нас. В чем сильны мы? Как университет, в чем-то сильны наши партнеры, там технический университет, медицинский университет, государственные консерватории, филиалы. 2019 год в ВУЗе ознаменовался запуском инновационных образовательных практик. Упор сделан на инженерное образование. Для этого здесь открылась Каспийская высшая инженерная школа. Юрист или специалист-ветеринар чистый там на производстве не всегда найдет себя, потому что нужны знания и инженерные, и цифровые, и умение проектной деятельностью заниматься. Формирование пула новаторов с идеями различных стартапов. С этой целью в ИГУ открыли инженерно-проектный офис. Здесь уже моделируют морских роботов для изучения глубин, суда на воздушной подушке и всевозможные гидроустановки. Основная задача инженерного проектного офиса – показать студентам, как из студента стать технологическим предпринимателем. Вторая часть – это выпуск готовой продукции и трансфер технологий, которые есть в университете. То есть продажа, заключение лицензионных договоров для того, чтобы университет получал выгоду от этих технологий, как выгоду приобретать. В ближайшее время развитие образовательной и научной деятельности в ВУЗе будет неразрывно связано с развитием инфраструктуры. Новые разработки невозможны без лабораторий и технопарков с современным оборудованием. Все это планируют объединить в единый большой межвузовский кампус, строительство которого планируют начать уже в ближайшее время. Совместными усилиями постараемся, по крайней мере, на следующий год попасть вот в перечень этих проектов, чтобы получить госзаказ на проектирование его, чтобы выйти в 2021-2022-2023 году на строительство. Развитие инженерной подготовки вузов в ближайшие 5 лет будет идти по 3 направлениям. Проекты для региона, для ЮФО и для Каспийского региона, в том числе и в азиатские страны. Одно из важнейших направлений деятельности – укрепление позиции университета в международном пространстве. На площадке вуза в феврале будущего года запланировано проведение международного научного форума «Каспий 21 века». Студентам создают все условия для раскрытия творческих способностей и развития культурных ценностей. Студент должен быть хозяином и выстраивать некую такую тоже стратегию развития. И всех, во всех планах нашего развития принимает актив весь наш студенческий, самое прямое участие. Для досуга студентов на территории вуза сегодня действует 8 студенческих клубов. Тематика – интеллектуальная и культурная. КВН, самодеятельная песня, клуб настольных игр и клуб по оказанию первой медицинской помощи. Количество их может расти. Все зависит от желания самих студентов. Артем Лепехин, Игорь Нефеденко, Центр новостей. Памятник ветерану Второй Чеченской войны младшему сержанту Галиму Куатбаеву сегодня открыли на территории 57-й школы. Это 20-й по счету бюст, который устанавливают в память о погибших солдатах 6-й роты 104-й парашютно-десантного полка. Неравный бой они приняли в феврале 2000 года в Аргунском ущелье. Из 90 человек в живых остались всего 6 бойцов. На церемонии присутствовал сегодня губернатор Игорь Бабушкин. Этот парень вместе со своими боевыми товарищами вел смертельный бой.
до последнего патрона, до последней гранаты, не оставляя свою позицию. Это тот подвиг, который будет жить с нами вечно. На примере таких героев мы должны воспитывать нашу молодежь мужеству, отваге и любви к родине. Первые 3 года Галим учился в 57-й школе, а его отец ее строил. Памятник солдату установили во дворе школы. Младший сержант награжден орденом мужества посмертно, так же, как и его 67 сослуживцев. 22 человека в составе роты получили Героев России, им тоже посмертно. Галиму Куатбаеву было всего 18 лет. Своими воспоминаниями о сыне поделился его отец. Пойти служить в спецназ стало мечтой молодого человека. Он получил взрослый разряд по боксу. И по воспоминаниям отца, во время призывной комиссии у Галима был недобор веса. И ради мечты он решил обмануть медкомиссию. Перед взвешиванием выпил воды, выровняв вес до нормы. Он закончил школу парашютистов у нас здесь. 3 прыжка сделал. Потом он специально для этого, чтобы быть или в ВДВ, или в спецназе. Вот его это было. Он мне еще говорил, говорит, папа, я говорю, не надо, сын, зачем ты мне же один? Нет, говорит, папа, я все равно пойду только такие войска, чтобы действительно, говорит, защищать, чтобы я пришел, мог чем-то гордиться, чтобы родину защитить. Памятники погибшим героям Второй Чеченской войны сейчас открывают по всей стране. Этот проект существует уже 1,5 года. В составе 6-й роты Псковского спецназа в Аргунском ущелье погибли 2 астраханца. Второй памятник будет установлен в селе Владимировка Янатаевского района. Первые бюсты десантникам появились в Новгородской области. Больше всего их в Псковской области. В состав роты вошли 20 ребят. Памятники устанавливают на территории школ, где учились бойцы подразделения. Еще предстоит установить 57 бюстов. Каждый памятник, его внешний вид согласуют с родственниками погибших героев. Сейчас чем больше мы изучаем, чем больше накапливаем информации, тем больше понимаем вообще вот эту вот ценность подвига. Вообще, как оказалось, ребята из более чем 30 регионов России. Есть ребята, родившиеся в Казахстане, в Узбекистане, в Белоруссии там, и еще там другие республики бывшего Советского Союза. То есть, знаете, вот такой шестерой, это как собирательный образ, то, что мы потеряли, да, там, под названием Советский Союз. Наградили лучших, обозначили планы на будущий год. Для участников регионального движения «Юнармии» провели новогодний праздник. В Доме офицеров Каспийской флотилии организовали мастер-классы по прикладному творчеству. Здесь же на скорость разбирали автомат Калашникова. Юнармейцы подготовили идеологический спектакль по мотивам основной деятельности этого патриотического движения. В Астрахани в состав движения входит почти 1200 учащихся. В планах на будущий год большой объем работы. 2020 объявлен годом памяти. Он посвящен 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. На астраханское подразделение Всероссийского движения «Юнармия» возлагают большие надежды. Участники уже заявлены для организации памятных встреч по итогам года. Почетными грамотами и благодарственными письмами на этой встрече отметили тех, кто отличился. Мы хотим действительно сегодня показать ребятам, каких высот мы достигли в этом году. Год был действительно очень насыщенным, полон событий и пилотных проектов, в которых участвовало наше региональное отделение. Я думаю, что сегодня и наши уважаемые гости, наставники, и ребята, и юнармейцы узнают, в каких проектах мы участвовали, возможно, они об этом не слышали, в каких проектах мы будем принимать участие в следующем году и какие планы у нас на следующий год. Начались новогодние концерты и соревнования. Итоги года подводят в детских студиях и спортивных секциях. Вот только вход на эти отчетные встречи в некоторых организациях для родителей оказался платным. Насколько это разумно и законно, поговорим с Ольгой Литковой, председателем Ассоциации родительские комитеты России. Ольга Владимировна сейчас на прямой связи со студией. Добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что же получается, что теперь родителям нужно платить за то, чтобы посмотреть, чему же научился ребенок? Это вообще норма или все же стоит возмутиться данным обстоятельством? Вы знаете, это все в настоящее время происходит по всей стране, во многих регионах такая новая практика. И образовательные организации объясняют это тем, что вот у
них, допустим, не всегда есть возможность провести в своем зале, или у них нет своего зала, и они предлагают родителям поучаствовать вот в расходах на аренду помещения зала для того, чтобы организовать какой-то концерт с участием детей. На самом деле, это, на мой взгляд, возмутительно. Многие родители отказываются, и совершенно справедливо, потому что никогда такого не было. Всегда образовательная организация сама находила какие-то варианты, или так распределяла, чтобы у себя это сделать, и еще что-то. А сейчас, вот, видимо, найдена такая лазейка относительно... как бы честное, потому что никто еще не додумывался до этого, и впрямую как бы это не запрещено, но, конечно, вопрос в принципе к правоохранительным органам может быть, чтобы дать оценку вот такому поведению, конечно, возмутительно, безусловно, возмутительно. Учат детей и должны показать родителям, чему дети научились, учат бесплатно. А получается, вот на деле надо платить. Конечно, это неправильно, абсолютно и несправедливо. Ну так что же делать родителям тогда? Идти, как вы говорите, правоохранительные органы или внутри как-то договариваться и все-таки требовать, чтобы пропустили на такие отчетные концерты или соревнования? Ну, одно другого не исключает. Конечно, нужно попытаться сначала договориться внутри, объяснить свою позицию. Ну, я знаю, что не все родители соглашаются, но часть родителей идут на поводу, и в итоге концерты состоятся где-то там в других местах. Поэтому, если не получится договориться, то, в принципе, можно обратиться, допустим, в прокуратуру просто с вопросом, насколько законны такие действия руководителей образовательной организации. Действительно ли это можно? Вот с таким вопросом вполне можно обратиться в правоохранительные органы, пусть они дадут хотя бы оценку, может быть, и к ответственности сумеют привлечь. Кто знает. Большое спасибо, что разъяснили, что действительно это не соответствует норме, и астраханцам все-таки стоит задуматься, насколько необходимо платить за умение своего ребенка, чтобы посмотреть, чему он научился. Это была Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов России. В картинной галерее презентовали проект «Коллекция образов». Поддержку этому направлению оказал Российский фонд культуры. Впервые в залах галереи представлены реконструкции экспозиции 1919 года. Все подробности в нашем следующем материале. Симбиоз дизайна, архитектуры и изобразительного искусства. Современный выставочный контент создан в Дагадинке. В этот день, ровно 100 лет назад, коллекционер Павел Дагадин открыл миру свою первую экспозицию. Сегодня в этом зале представлена реконструкция. Над выставкой работали представители музеев, библиотек, театров и вузов. Хотелось показать не просто шедевры этой коллекции, а хотелось понять побудительные мотивы людей, которые коллекционировали, их страсти, их мотивацию, зачем, почему они это делали, почему они когда-то решили отказаться от личного владения и передать все городу. Проект «Коллекция образов» – это временная экспозиция о коллекционировании предметов искусства. В качестве примера взяли личные истории четырех коллекционеров – Павла Дагадина, Ивана Репина, Александра Перова и Купцов-Сапожниковых. В этой коллекции, то есть что-то окажется новое. Там можно найти что-то из Востока, что-то найти из современности. И Репин тоже удивляет. И сегодня в этой коллекции ведь представлены художники разного уровня, разного характера, разного жанра, но они живописные. Реализовали идею молодые архитекторы. Кто именно будет воссоздавать историю, определит конкурс. Очень рады, что в Астрахани вообще появилась такая возможность изменения экспозиции под какие-то современные стандарты для того, чтобы привлечь как можно больше молодежи, потому что, конечно же, им хочется видеть немножко другой музей, и они видят это в других городах, и вот Астрахань, я прям в восторге, что у нас это тоже есть. Во многих музеях идут на развитие именно другого подхода экспозиции с применением новых решений, новых навигаций, новых каких-то мыслей, которые привлекают нового зрителя. И это самое важное, мне кажется, в музее, что он остается действительно современным. Экспозиция создана студентами с применением исторических образов и современного музейного дизайна. Она отражает то, как увлечение человека становится не только делом всей жизни, но и формирует культурное пространство города. Планируется, что в этих залах будут показаны мини-спектакли.
Мы уже приходили сюда с актерами, проходились по экспозиции, пытались погрузиться в то время, изучали факты. И эти факты очень интересны, они очень театральные с точки зрения разбора ситуации. Поэтому мне кажется, мы сумеем перенестись в то время. Сложно было соединить образ воедино и представить 4 человека в одном пространстве. Это погружение в историю создавали элементы модерна студенты Астраханского архитектурно-строительного университета. Мы очень рады, что та молодежь, которая пришла к нам в качестве партнеров, в качестве участников творческих конкурсов, они не только интересные идеи предложили, но самое главное, они погрузились в материал, в музейное пространство. Надо сказать, что они практически многие из них занимались впервые такой работой. Проект «Коллекция образов» посвящен не только меценатам, которые собирали произведения искусства, но и судьбам их собраний. Многие произведения хранятся в фондах Астраханской картинной галереи. И сейчас самое время оценить масштаб вклада меценатов в культурную жизнь Астрахани. Анастасия Анфёрова, Юлия Пшеничная, Руслан Срывченко, Центр новостей. Сегодня в Думе Астраханской области подвели итоги конкурсов, организованных избирательной комиссией региона. Их проводят, чтобы привлечь внимание молодежи к выборному процессу. Участники получают дополнительные знания по избирательному праву. С 17 мая по 1 июня проходил конкурс на лучший плакат. Выборы губернатора «Взгляд молодого поколения» в избирательную кампанию поступило 190 работ. Совместно с региональным министерством образования и науки в регионе провели олимпиаду среди школьников «Я будущий избиратель». В творческом конкурсе приняли участие 37 человек. Интернет-викторина привлекла внимание желающих проверить свои знания по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Впервые в этом году конкурс прошел фотографии для молодежи. Избирательные комиссии региона провели ликбез для 15 тысяч избирателей. Самых активных чествовали в областной думе. В последнее время явка на избирательные участки недостаточно высока. Понятно, что когда мы выбираем президента, она самая большая, потом губернатора, но нас беспокоит прежде всего органы власти местного самоуправления. Это самый наш низовой уровень, в хорошем смысле этого слова. Это приемные власти, это те органы власти, наши коллеги-депутаты сельских советов и главы поселений, которые каждый день общаются с людьми. Поэтому, конечно, вдвойне приятно, что в этом году участие в разного рода конкурсов, объединенных вот этой тематикой избирательного права, приняло более 15 тысяч человек. Петарды, бенгальские огни и фейерверки. Вся пиротехника должна быть сертифицирована, напоминают в МЧС. Сотрудники регионального ведомства перед Новым годом проводят профилактические рейды. Проверяют продукцию в специализированных магазинах. Проверены 2 точки продаж на проезде Воробьева и на улице Адмирала Нахимова. У продавцов спрашивают наличие сертификатов на пиротехнику и проверяют знания требований безопасности при запуске фейерверков. Поджигаем на расстоянии вытянутой руки, удаляемся на 7-9 метров. Радиус безопасной зоны 30 метров. Профилактические предновогодние рейды по пиротехнике начались 16 декабря и продлятся до 12 января 2020 года. Сотрудники МЧС и полиции также проверяют точки несанкционированной торговли. Основные нарушения здесь – это отсутствие огнетушителя или его неисправность. Продавцы пиротехники должны уметь объяснить, как устанавливать разные виды фейерверков и проводить инструктаж по технике безопасности. Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена. В астраханских торговых точках в основном представлена пиротехника 1, 2 и 3 класса опасности китайского производства. К первому классу относятся бенгальские огни и хлопушки. Второй класс – петарды, наземные фейерверки. Их запрещается использовать в помещении. И третий класс опасности входят салютные батареи, ракеты и фестивальные шары. Радиус их опасной зоны до 20 метров. Наличие лицензии на продукцию 1, 2 и 3 класса не требуется. По результатам профилактических мероприятий мы проводим инструктажи мерам пожарной безопасности, узнаем, продаются ли пиротехнические изделия детям или нет, проверяем сертификаты и требования пожарной безопасности.
Сотрудники регионального отделения МЧС советуют перед покупкой пиротехники обращать внимание на этикетку продукции. Если на товаре нет наименования, предупреждения об опасности, срока годности и реквизитов представителя, значит продукция некачественная. Основная волна возгораний в зимний сезон, причиной которых становится несоблюдение правил безопасности, приходится с 31 декабря по 1 января. Год назад в этот период в Астрахани произошли 3 пожара. Загорание у нас происходит из-за тех моментов, что наши доброжелательные граждане не используют элементарных мер и требований, соблюдения требований пожарной безопасности, то есть либо не закрепляют пиротехнические изделия, либо стреляют его с окон или с балконов. За данное мероприятие предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная. В астраханском зоопарке появилась маленькая лошадь. Ее рост совсем незначительный, меньше 1,86 м. К нашей маске, вот такой вот лошадке, приехала подружка. Я Машка. Я Маська. Да? Вот такие они маленькие. Она маленькая. Да, вот. Ты ко мне идешь, ты ко мне идешь, ты мой штатка. Вот такие они у нас маляшки. Да. Вот эта парочка у нас теперь, да? Резвый мой мальчишка. Это американская лошадка. Она белоснежного цвета с несколькими крупными коричневыми пятнами. Запись с новым питомцем в своих социальных сетях опубликовали сотрудники единственного в Астрахани зоопарка. Я Мася. Такую кличку дали животному. За мини-лошадью нужно ухаживать, как за обычной, только корма нужно меньше. На этом у меня все новости к этому часу. Больше информации на нашем сайте и в мобильном приложении. Ну а если у вас есть тема для репортажей, звоните к нам в редакцию, пишите в мессенджеры по номеру, который вы сейчас видите на экране. Со зрителями ОТР я прощаюсь. Следующий выпуск новостей вы увидите завтра в 18 часов. Ну а итоги дня подведем сегодня в 20:00 на телеканале «Астрахань-24». До встречи!